Ну что, друзья, привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов makivara.ru, budoblog.ru, budoshin.ru, drshilov.com. А сегодня вот о чем. Иду я, как всегда, по своей любимой дороге, на свой любимый стадион, на свою любимую тренировку, и хочу рассказать о следующем. Вот всего через полсуток, да, каких-то, у меня вылет в Париж. Вот. И в таких ситуациях люди, когда куда-то собираются, они все, они уже там. Они или все заботы у них либо здесь как бы собраться быстрее, либо все заботы уже там. Все. И они сопрощают все. Это один из лучших способов индульгенции себе дать. Ну, раз уж все, я в пути, турист, можно позволить себе все. Послабление в диете, послабление тренировках, все, в конце концов, я на отдых еду или что. Вот так вот. А на самом деле это неправильно. Именно в эти моменты и проявляется и характер, и дух, и все остальное. Чем вы более по-волевому действуете, тем более качественных результатов вы достигаете. И вот сейчас, я говорю, хотя у меня скоро вылет, я сейчас быстренько закруглил свои текущие дела на сегодня, сегодняшние, выключил компьютер, все повыключал, иду на тренировку, скажу вам больше того. Отчеты я оттуда постоянно буду присылать какие-то, ну, может, они позже выйдут, когда я уже приеду оттуда, может, оттуда прямо. Но суть в том, что я хочу сказать, я там себе послаблений лишних давать не буду. Да, я там попробую все. Национальную кухню там их не все. Я же буду есть круассаны и всякие пирожные, мороженое, все. Но это не значит, что я пущусь во все тяжкие и подорву там себе все, что можно. Наберу лишний вес и все такое. Нет, этого не будет. Больше того, я обязательно пробегусь по Елисейским с утра в виде тренировки. 100% постараюсь это сделать.